В Мордовии сторонников «Единой России» более 27 тысяч. Среди них представители общественных и молодежных объединений и просто граждане с активной жизненной позицией. Они – выразители чаяний широких слоев населения. Выполняют объединяющую функцию между партией и жителями республики. Сторонники – это неравнодушная часть нашего общества с вами. Те, которые не просто о себе думают, думают о том, как будет жить Россия, Мордовия будет жить и сейчас, и через 10 лет. Поэтому все наши планы, на которые мы сейчас опираемся, они потом в итоге выходят на бюджет, на деньги, на реализацию. Я бы просил тоже об этом говорить. Немало сделано за истекший период, в том числе по предложениям сторонников нашей партии. На заседании подвели промежуточные итоги деятельности сторонников партии. Направлений было много. Они охватывали практически все стороны жизни. На сегодняшний день региональный центр поддержки гражданских инициатив оказал помощь уже 18 социально ориентированным коммерческим организациям, гражданским активистам. Я думаю, это не предел. Вот то, что у нас работает юридическая клиника, я еженедельно смотрю, какие вопросы поступают. Мы пытаемся их группировать. Вопросы в зависимости от текущей политической и общественной ситуации. Но тоже должно быть под нашим контролем. В рамках проекта «Партии добрых дел» совместно с некоммерческими организациями проведено тоже немало акций. Я считаю, надо продолжить. Это очень хороший проект. Еще один проект сторонников – дискуссионный клуб. Здесь обсуждение идет ключевых вопросов по различным сферам, которые реально волнуют общество. Еще одно направление работы – помощь новым регионам России. Также сторонники партии много внимания уделяют поддержке участников специальной военной операции и членов их семей. Самое большое внимание члены Совета сторонников уделяли, конечно же, сбору гуманитарной помощи и участникам СВО, и жителям освобождаемых территорий. Вели работу с семьями участников СВО. Так, в преддверии 23 февраля нами был проведен медицинский десант по медицинскому обследованию семей наших военнослужащих. В преддверии 8 марта мы провели бьюти-день для жен, сестер и матерей участников СВО. К Новому году, к другим праздникам организуются встречи с семьями участников СВО. Данную работу, конечно же, необходимо продолжить и активизировать. Большой блок работы сторонников партии – контроль за реализацией народной программы «Единой России». Напомню, она создавалась по запросам граждан. Это благоустройство территорий, ремонт дорог и так далее. Главное же направление деятельности сторонников «Единой России» – адресная помощь тем, кто в ней особенно нуждается. Практика взаимодействия с населением нашла признание на федеральном уровне. Совет сторонников Мордовии вошел в десятку всероссийского рейтинга. Но останавливаться на достигнутом не собираются. На форуме поделились опытом работы первичек, взаимодействия с общественными и молодежными организациями, привлечение в свои ряды новых сторонников линии партии «Единая Россия». Также на форуме говорили об идеологии партии и как довести ее до широких слоев населения. Затронули также информационную составляющую, обсудили и проекты добрых дел. Вячеслав Кузьменко, Сергей Соколов, «Народные новости».